Привет, мои хорошие, с вами снова я, Гоша, и сегодня мы продолжаем проходить паркур карты в Майнкрафте. Ладно, паркур карту мы продолжаем проходить, это та самая паркур карту, которую мы проходили где-то около недели назад, или может быть даже больше, чем недели назад. Ну да ладно, сегодня мы продолжаем их проходить, ее, точнее... Я думаю, вот смотрите, давайте так, если наберется под этим видео мало лайков, то есть, например, 15 лайков, то тогда я меняю карту, просто меняю. То есть, например, 15 лайков, если наберется. Конечно же, можете оставлять комментарии, но тогда вам можно будет не лайкать видео и просто следить, если же не набрал. То есть, смотрите, как бы до 15 лайков, в принципе, можете ставить лайки сколько угодно. Но как только уже 15 лайков, то есть, если будет меньше 15 лайков и вообще просто 15 лайков, то тогда я бросаю эту тему с паркуром и начинаю новое прохождение нового паркура. Если же будет больше 15, то я продолжаю этот паркур проходить, потому что я буду видеть то, что вам он нравится, и буду видеть то, что он вам не надоел. То есть один и тот же паркур, как бы это в скором времени может надоесть, и поэтому я решил вот так вот сделать. Я без понятия, блин, как тут нормально паркурить. Это вообще жесть. Хопа, есть. Хопа, есть. Просто мне как бы хочется с одной стороны пройти весь паркур. С другой стороны же, мне кажется, то, что вам немножко поднадоело смотреть на один и тот же паркур. И мне немножко поднадоело один и тот же паркур проходить. Потому что, ну как бы сказать... Я один и тот же паркур тупо прохожу, одну и ту же паркур карту, и это как-то, по-моему, немножко надоедает уже. Да в смысле? Почему я падаю, когда я становлюсь со шрифта, если я не на самом краю блока даже стою? Это капец просто. Хопа. Я постараюсь на самый край не вставать. Есть. Короче, намного сейчас сложнее проходить паркур карты, потому что я сваливаюсь с блока, если я к краю подхожу. Да в смысле? Я почти прошел. Это нечестно. Это нечестно было. Вы видели? Ой, короче, это капец. В общем, короче, давайте-ка ставьте лайки. Я надеюсь, то, что вам понравится тема с паркуром, продолжение темы с паркуром. Да ё-моё! Ну, я давненько не снимал все равно паркур-карту, прохождение паркур-карты. Конечно же, я снимал недавно прохождение паркур-карты от подписчика, но как бы это не то, это как бы не... Тем более там не так уж и много было... То есть там не так уж много нужно было проходить. Ну да ладно, это все равно было, считалось для меня. По крайней мере. Есть. Есть, получилось. Так, мы еще один уровень прошли. Теперь нужно чекать, куда идти. Лично мне кажется, то, что вот сюда вот, вот так вот нужно идти. Ага. Опа. Кстати, там яйцо лисы? Почему? Интересно знать. Откуда на этой карте яйцо лисы? Это серьезно? Яйцо, по-моему, лисы. Окей. Я не знаю, откуда здесь яйцо лисы, ведь лис добавили недавно, а эта карта уже давненько как бы была на сайте ModsCraft. Кстати говоря, кто захочет, я оставлю ссылочку в описании. То есть, если захотите, то я либо лично вам дам ссылочку на эту карту, либо в описании оставлю ссылочку, если захотите, конечно же. То
То есть просто напишите, если никто не напишет насчет того, что типа дай мне эту карту, точнее ссылочку на нее, то тогда, ну как бы мне незачем будет просто давать ее, потому что как бы я пойму то, что вам она почти что не нужна. Так, я не понял. А как я дальше пропрыгаю, как бы? Как я заберусь? Алло. Это вообще честно? Я не могу забраться. Окей. Используем метод Гоши. Не, ну серьезно, как я мог сюда забраться куда-нибудь? Есть, получилось. Так, мы второй уровень уже прошли. Сейчас третий уровень проходим, получается. Так, а как я до туда допрыгну? Одно из двух, либо сюда, либо туда. Окей. Есть. 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 Значит, я правильно все-таки пошел. Точнее, он просто неправильно, видно, сделал. Немножко. Потому что обычно начиналось с лестницы. Но почему-то сейчас оно началось откуда-то с другого места. То есть оттуда. А оттуда нельзя было никуда. То есть никуда нельзя было просто попаркурить. Да в смысле? Окей. Шучу. Я не буду, конечно же, этого делать. Зачем мне это делать? Я же не такой читер. Вы что, думали, то, что я нобик и читер? Нетушки, спасибо. Я не хочу, чтобы вы так думали про меня. Нет, не, я не такой. На самом деле я такой. Шучу. Так, я почти пропаркурил. Я так и не понимаю, куда мне дальше нужно, потому что отсюда, по-моему, невозможно просто допрыгнуть. Разве что только на стекло, но я не уверен, что я на стекло даже запрыгну. Но вот видите, это невозможно просто. Это просто нереально. Поэтому я просто беру и вот так вот делаю, потому что это серьезно просто нереально. И чё, как бы тут ничего как бы такого нету. Так, еще один уровень. Подождите-ка. Я только что понял то, что я, кажется, проходил уже. Так. Я не в ту сторону пошел. Зашибись. Это провал. Это провал. Это просто провал. Капец. Я просто это все и ускорю. Окей. Короче, я просто подрубаю читы, потому что это, блин, просто зашибись. Как я вообще так мог лохануться? Или стоп? Я не понял. Я оттуда вышел или нет? Я не понимаю просто. Понимаете, как бы вначале мне казалось то, что я оттуда вышел. Сейчас же мне кажется то, что ничего подобного. Я просто не понимаю. Если я... Так, стоп. Нет. Я точно вперед шел. Я не понимаю просто. Я просто не понимаю. Если тут точно такой же уровень... Да почему? Странно, очень странно. Ну ладно, давайте-ка я перейду обратно в креатив. Ой, выживание, я хотел сказать. И все, то есть... Ничего не было, ничего не знаю. Так, я так понимаю, мне нужно сюда? В смысле? Окей. Я так понимаю, мне нужно вот сюда вот? В смысле? Сейчас я не понимаю, куда мне нужно.
Не понял, почему? Так, погодите-ка. Мне кажется, оно было выше. Короче. Подрубаем читы. Я прошел только 3 уровня. Я просто не понимаю. Мне кажется, это уловка разработчика карты. Здесь нету невидимых блоков. Не понял. Подождите-ка. Ничего не понимаю. А здесь нету невидимых блоков. Здесь вообще ничего нету. Это вообще непроходимый уровень, потому что здесь вообще ничего нету. Короче, мы 4 уровень, считайте, прошли. Потому что он просто не проходится. Или погодите-ка. Мне не сюда нужно. Мне вот сюда вот нужно. Вот. Ладно. Будем считать то, что я 4 уровень прошел. Будем считать то, что я 4 уровень прошел, потому что я не знаю. Просто не знаю. Короче, по-моему, 4 уровень. Ладно, неважно. Давайте-ка сегодня... Да ё-моё, да вы издеваетесь, да? Сегодня мы 5 уровней пройдем, потому что уже, ну, как бы, подходит... Не, ну вы издеваетесь, вы просто издеваетесь. Еще я не на тот... О, боже. Я просто сейчас буду в креативе, просто тупо проходить в креативе. Несмотря на то, что... О, боже. Хопа. Но я же не читерю, я просто прохожу в креативе, потому что я просто тогда слишком много буду падать на тот уровень. Хотя, не знаю. Выживание переключусь назад. Лично я же уже пропаркурил сюда, вот так что я не буду на тот уровень уже падать. Ладно. Так. Я так понимаю, мне нужно вот так вот прыгать. Здесь вот. Да ё-моё, нет. Знаете, в один момент у меня просто сенсор тупо отказывает, так сказать. Все, мы прошли этот уровень. Ладно, о, стоп. Этот уровень 100% был. Ничего не понимаю. Давайте-ка сейчас я прочекаю. Может быть, там раньше что-то я не так сделал. Но этот уровень, по-моему, 100% уже был. И предыдущий, по-моему... И тот, по-моему, был. Так, погодите-ка. Я просто не понимаю. Не совсем точнее понимаю. Здесь я никуда не сворачивал. Здесь я не... Так, где-то здесь я разбил стекло. Как я помню. Я не помню, где. Зашибись. Вот здесь-то я разбил стекло. А мне нужно было сюда как раз-таки. Да. Но я не понимаю. Но те уровни были уже. Короче, я прошел 5 уровней, все, ничего не знаю. Тут все абсолютно, я абсолютно туда иду, куда мне нужно. Я не знаю, почему здесь уровни стали повторяться. Я уже прошел 5 уровней, то есть я вот здесь вот остановился. Давайте-ка на этом закончим. В общем, конечно, на этом все. С вами был Гоша29. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои топовые комментарии, делитесь только с друзьями. Ставьте лайки. Я не знаю, почему уровни повторяются, я просто без понятия. Может быть, это какой-то недочет разработчика, что ли, я не знаю. Просто я без понятия, почему уровни стали повторяться. Это вообще жесть какая-то, я не знаю. В общем, короче, вот теперь точно это все. Сегодня мы даже 6 уровень прошли сейчас даже, потому что, ну, как бы, как вы видите, я прошел его сейчас, вот этот вот уровень. Поэтому на этом все. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на мой этот канал, на мой второй канал. Вау. Здесь используется... Ага, понятно. Декорация. В общем, короче, точно на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой этот канал, подписывайтесь на мой второй канал. Также ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, делитесь роликом с друзьями. Сейчас я перейду обратно в режим выживания. Ну, а с вами был Гоша29.
Подписывайтесь на мой канал. Ну, в принципе, все. То есть я все уже сказал. Всем удачной встречи. Посмотрите предыдущее видео. Ну а с вами был Гоша Севич. Ставьте лайки. Всем удачной встречи и всем пока-пока.